Я не люблю белый. Белый из всех цветов самый простой. Он у меня даже ни с чем не ассоциируется. Ну, если только с молочными продуктами. Люди, которые любят белый, отзовитесь. Просто интересно, кто любит вообще этот белый? Иди ко мне, моя любимая, моя... Да не ты, блядь. Моя сладкая, моя красивая. Будешь отвечать правильно, дам все, что захочешь, окей? What the fuck? Какой самый короткий месяц? Май. Почему? Потому что в нем всего 3 буквы. Февраль самый короткий месяц, потому что в нем 28 дней. Блин, так и знала. Что стоит посреди земли? Буква М. Блин, и не докопаешься. Кто твой папа? Кондитер. А что делают кондитеры? Кондиционеры. То есть, по-твоему, кондитер делает кондиционеры? Да. А мама кто? Мама Юра. Какой, блин, Юра? Работа так называется, Юра. Юрист. Кто напал на Францию в 1940 году? Чучмеки. Чучмеки? Да, точно знаю, чучмеки. Ананас? Какой ананас? На нас кто нападал? Гаишники. Немцы. А, да, я вспомнила, да. Где живут немцы? В немецы. Как можно быть такой тупой? Да, вдруг померкли навсегда. Новый год! А что ты мне подаришь? Что ты мне подаришь? Ты ведь что-то мне подаришь? А что ты мне подаришь? Подаришь ведь что-нибудь? Ну что-нибудь ведь подаришь? Да. А что ты мне подаришь? А что это будет? Что ты мне подаришь? Это ведь что-то будет? Что? 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 Увидишь. А когда? 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 Ну что, выбей отраву, тварь. Валера! Я оговорился, выбей отвар из трав. Майя, хватит там купаться, давай вылезай. Не хочу. Но, Майя, ты уже очень долго купаешься, давай, вылезай. Ну нет. Ладно, покупайся еще чуть-чуть. Ла! Плюх! Как тут прикольно. Уи! Уи! Так, Майя, я пришла. Ты до сих пор купаешься? Так, все, вылезай. Ну ладно. Давай теперь я чуть-чуть отожму, высушим феном и причешу. Ну ладно, ладно. Так, Май, ты сейчас погрейся, а пока что я сейчас приду. Только ничего не делай. Холосо. Все, я пошла, не шарю. Ладно, в этот раз послушаюсь. Хозяйку посижу, поглею. Так, все, Майя пришла, молодец, хорошо посидел. Сейчас будем тебя сушить феном. Давай полотенце повешу, пусть оно сушится. Холосо. Кстати, уточка, смотри, какую новую расческу купила. Вау, она такая крутая. Так, ну давай сушиться феном. Так, давай пока что расческу отложим. Готов? Готово! Ну тогда давай. Продолжаем сушиться, тебе понравилось? Да, мне понравилось. Продолжаем. Ой, аккуратно. Я пошла дальше сушиться, всем пока-пока. А вы видели эту новую маску в ТикТоке? Что-то с волосами, а точнее с волосом. Вы сейчас тоже пытались смахнуть этот волос с экрана? Я тоже пыталась полчаса смахнуть волос с экрана, пока не поняла, что это и есть маска.
Звук для любителей уточек. Покажи любимую одежду уточки. Покажи комнату уточки. Любимая игрушка уточки. Как зовут уточку? Где заказывала или купила?